Ух ты, как Вегас после бомбежки. Так вот он, корень зла. Боже, ты! Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Так. Боже мой. О, да. Гораздо круче старых. Дилсон, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. А ты думаешь, Августина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить. По-другому? Я... Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Нет, они нет, могут нам нет. помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех что? Спас. Да это я... не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь, слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Ладно, ладно, пойдем оба, хорошо. О, нет-нет, ты нужно... иди играй в Суперкоп, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Я буду трогать, что захочу. Начнем с тебя, малыш. О, да, вот это точно может вызвать привыкание. На самом интересном месте. А, может, надо заправить дымовой бензобак? Порядок. Это подойдет. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Иди сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались. Я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоп. Так, это надолго. Нужно что-то придумать. Да, я супергерой! Делсин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно! Делсин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Эй, Регги, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло? Делсин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И
И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели, они боятся. Ясно, можно их понять. Да поехали уже! Сэр! Да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут. Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Внимание! Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Всем пешеходам и транспорту приказано... Ага, будем иметь в виду. Белсин, я переправил их на тот... Дес, уходят с моста... За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло? Эй, эй! Помощь нужна? О, черт! Биотеррорист! Эй! Эй, тут мутант! Ну, чё ты орёшь? А! Не-не-не-не-не-не! А! А! Отличная штука. Быстрая регенерация. Вот все-таки зря ты стрелял в меня. Теперь мой. Ладно, я сдаюсь. Только не убивай. А где волшебное слово? Внимание! Запланированное выведение в эксплуатацию моста номер 2. Начинается немедленно. Это было последнее предупреждение. Ну все, голяк. Это что сейчас было? Реджи! Ну, брат, отвечай! Вот это да. Это был мост? Я иду. Ну, ретранслятор, твори свою магию. Попробуем. Давай следующую партию, космос.
Так, так, спокойно. Сейчас занят, Бетти. Ты же знаешь, мы с тобой не договорили. Ну, у меня это, дела были. Мне тут кое-кто сказал, что вы с Реджи отправились в Сиэтл. Мне правда пора, Бетти. Держись. Ну, держись. Еще немного. Ну, держись. Еще немного. Эй, да хватит уже! Опять руку свело. Делсин! Ладно, ладно, давай. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Нету минусов, это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче, пока непонятно. Может, они тебя и не засекут, ведь ты же не обычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами. Нет, Реджи, я не обычный. Ты знаю. Видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Ну ладно, ладно. Ладно. Давай по-тихому, как скажешь. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого. Так Дес поставил все это за... Да. Они не скучали.
Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Делсин, не высовывайся! Не учи ученого! Вредно держать все в себе! Самое оно. Делсин, беги! Нет, нахрен! Как это приятно! Делсин, беги! Нет, нахрен! Делсин, не высовывайся! Не учи ученого! Рэдж на башнях! Вижу! Это то, что нужно! Горожане ни в чем не виноваты!
Я? Я зашибись. Как ты и сказал. Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. Какие-то проблемы, чувак? Почему мне никто не помогает? Куда это они все? Немедленно расходитесь по домам, или мы откроем огонь! Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Нам разрешено применение оружия... Делфин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели.
извращенцы. Я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя,
Им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Нашел источник питания? Он должен быть на крыше. Вот и ремонтник. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Как опять появился?
нужно бежать. Туман понял. О чем подумал? У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся и тоже можно идти домой. Ну что, кабан? Ну, получилось? Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет. Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как, родной бр... Так, хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь к Августине. А я сейчас вышлю координаты. Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет,
лучший брат на свете, запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. Вкусно. Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Десс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Шикарно получится. А ну-ка, поберегись. Неплохо, да? Хотите еще разок?
это поможет. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое, Вайт. Как, по-твоему, Дес во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. У меня хорошее предчувствие. Пассивное курение вредит здоровью. Отсоси!
Боже, сколько же в этом городе дезовцев? Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются. Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав. Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Все понятно? Туда пути нет. Только с работой. Реально сработало! Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, у меня все супер, лучше не бывает. Еще хочу! Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию. Но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно, я залягу на дно, что бы это ни значило. Систему связи ДЭЗа. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мегаважный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. Мне срочно нужна помощь! Thank you.
Человек из сказки и баллончик краски. Здравствуйте, это Десс. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Понимаете, тут рядом кое-что произошло. Досадный инцидент. Довольно симпатичный биотеррорист решил осквернить ваш рекламный щит. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Высылаем отряд Десс для ликвидации угрозы. Готов это слушать бесконечно. Знаешь, что говорят про пассивное курение?
Лови! Найдется? Thank you.
Это было круто! Я сделал мир лучше. С собой управиться не можем. Да он же просто щеплет. Извините, гады. Thank you.
Кто это? Делсин Роу. Мы не знакомы, но я давно за тобой наблюдаю. Так, это как-то жутковато. Разговоры об Августине и необходимости Деза дошли до самого Вашингтона. Отлично. Мы еще на шаг ближе к тому, чтобы поквитаться с Августиной. Все не так уж отлично. Я хочу тебе помочь. Ага. И как именно? Я помогу тебе разрушить Дез изнутри. Но обещай мне, что никому ничего не скажешь. Если эта информация всплывет мне крышка, я даже до тюрьмы не доживу. Ты единственный, кто может разоблачить Августину. Только ты пойдешь до самого конца, что бы ни случилось. Ладно, давай я тебе подыграю. И что же тебе нужно? Я загрузил на твой телефон программу. Она приведет тебя к моим отчетам. Найди их, выслушай мой рассказ и продолжай бороться. Черт, мне пора. Августина — это самый мощный проводник из тех, кого я знаю. А весь Дес — это ее верные псы. Ей поручено обеспечивать безопасность и арестовывать биотеррористов. И у нее это так хорошо получается, что правительство уже подумывает, а не упразднить ли Дес. Я тебе так скажу. Не хотел бы я сейчас быть на месте правительства. Ведь Августина и есть Дес. Если он не нужен, значит, не нужна и Августина. Вся эта ситуация напоминает бочку с порохом, которой довольно лишь искры, чтобы вспыхнуть. Искры вроде тебя.
вкуснятина. Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигней, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Ну-ну-ну, я не дурак, я герой! А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Элсин Роу, бросать трубку некрасиво. Извини, Бетти, но... Дай угадаю, я опять не вовремя. Вообще-то я сейчас как бы карабкаюсь по Space Needle. Прекрасно. Если не хочешь со мной разговаривать, так и скажи. Я перезвоню, Бетти. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Я тебя еще не видел. Редж, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делсин. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Thank you.
экономить энергию. Так, у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Это будет эпично! Это чтобы не возиться. Вот это драйв! Надеюсь, Реджи оттуда все видно. Конец креплению. Никто! С дальними постами связь пропала. Да, Рэд, теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! Да не спеши ты. Наши тут, в лучшем случае, пара улиц. А все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Эй, Редж, его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Круто. Но что знаешь? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не Супердым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай. Я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню.
да! Так гораздо лучше! Что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4 и Викерс. Thank you.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова